Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я представлю вашему вниманию очень такой оригинальный салатик. Для зимы, я считаю, он просто незаменим, поскольку в нем много витаминов, полезных веществ, ну и, само собой, он просто-напросто вкусный. И для тех, кто находится на диете, для ужина, я считаю, такой салат просто класс. Итак, какие продукты нам понадобятся? Это ягоды годжи. Затем одно яблоко, вот такая вот небольшая груша, киви, апельсин и один вот такой вот красный цикорий. Затем, чтобы салат не был совсем уж таким постным, я беру, как любят сочетать французы, вот даже вот видите на фотографии, это сыровяленая ветчина с виноградом, но я буду ее сочетать с вот этими фруктами. Вот так вот она выглядит. Вот этот жир я удаляю и буду использовать только само мясо. Ну и как заправка к этому салату я буду использовать масло грецкого ореха. Буквально несколько капель. Так. Вот я обезжирила свою сыровяленую ветчину, порезала апельсин, киви, грушу и яблоко. Также я измельчила цикорий, он же эндив по-французски. И вот такое количество я взяла ягод годжи. Так, что мы будем делать дальше? Итак, на вот это вот блюдо я выкладываю, как во Франции у них, вот такой вот такого плана салат. Сейчас я покажу, как едят во Франции. Первым выкладывается именно листья салата или цикория, это по вашему выбору. Затем я выложу ягоды годжи, поскольку они немного жестковатые и должны как бы напитаться соком. Вторым слоем у меня идет апельсин. Смотрите, уже как красиво получается. Затем у меня идет киви. Так. Потом яблочки и грушка, порезанные вот таким вот образом. Видите, сейчас немножко поправлю свою красоту. Мой самый вкусный, замечательный ужин. И наверх я выкладываю вот так вот в хаотичном порядке повсюду сыровяленую ветчину. Вот это вот перед вами один из вариантов французского салата, как подается во Франции. И он ничем не заправляется, а вам подается или соус винегрет, или отдельно масло и уксус, или только масло. В общем, вы используете то, что вы хотите. И вот мой салатик. Сейчас я его заправлю маслом грецкого ореха. Так, бутылочка. И вот смотрите, совсем чуть-чуть, больше не надо, только для аромата. И вот наш вкусный диетический салатик готов. Всем приятного аппетита и спасибо всем, что вы были со мной. До новых встреч. Все, я побежала ужинать.